Учительница русского языка раскритиковала ошибки Собчак. Учитель русского языка и блогер Татьяна Гартман нашла множество грамматических ошибок в речи Собчак. Речь Ксении Собчак оказалась полной ошибок, по крайней мере, на взгляд учителя русского языка и блогера Татьяны Гартман. Свое очередное видео Гартман, неоднократно уличавшее в безграмотности знаменитостей и других видеоблогеров, посвятила скандально известной телеведущей. Об этом сообщает сплетник. Например, у журналистки обнаружена популярная просторечная путаница со словами «одеть» и «надеть». И Ксения и ее гости несколько раз одевали то, что на самом деле надо было надевать, подчеркнула Гартман. Еще одна ошибка Собчак в склонении слова «сколько» и имен числительных. Звезда ставит ударение на последний слог, хотя правильно на первый, и не соблюдает правила, согласно которому окончание должно быть «их» до скольких. Также Ксения неправильно ставит ударение, склоняя слово «бутик». Ударным всегда должен оставаться второй слог. И не знает, как правильно произносится слово «послушник». Ударение на первый слог. Впрочем, по словам Гартман, допускаемые Собчак ошибки довольно распространенные и нередко встречаются у других людей.